Блять, Left 4 Dead забросили вообще. Да вообще, блин, вторая часть нормально. Кстати, я недавно играл в Left 4 Dead 2, ну то есть вчера, я, как я и говорил, когда я вливал. И там во время вот этих всех постеров, там даже не пишут ники твои и кто за кого играет. Не пишут, вот, внизу. Да, пишут в самом низу. Пишут внизу. Последовательно ники. Внизу пишут, но зачем писать внизу, когда это было круто, когда ты видишь вот этот персонаж. Блять, вот да, это я. Нахуй там Е3 показывают. Ну, в общем, этот, наверное, я буду просто рассказывать о том, почему Left 4 Dead 2 говно, а первый тузы вины вообще. Потому что, ну, начнем с того, что ноги. Вот у меня есть ноги. И вот мне всегда не хватает во время прыжка вперед вот этой вытянутой ноги. Значит, вот этой. Джойстики не пашет! Ща, погоди. Хотел с джойстиком играть. Да, может быть, в этом и проблема твоего того, что ты сервис отдать не мог. Так надо настроить частенность мыши. Второе, что плохо было сделано во второй части, это... я считаю, лишние вот эти... То, что от зомби отлетали всякая фигня. И поэтому как-то очень сильно потерялось этот экшен, когда ты стреляешь в зомби с дробовика один раз, он труп. А тут ты стреляешь, из него что-то отвалилось, ты на него дальше смотришь, ты труп, не труп. Он еще не труп, ты опять стреляешь в него, из него опять что-то отвалилось, он все еще жив. Какого хера, вот это непонятки меня лично раздражали. Слишком конечный какой-то. А тут бац, бац, на тебе. А, и кстати, никаких перезарядок. Этих прикладов. Вот нахера вводить перезарядки прикладов? Я просто... Да не знаю. Спасибо, Билл, кстати. Он открыл дверь и вытеснил меня. Спасибо ему. Перезарядку прикладов добавили для того, чтобы люди брали вместо пистолетов всякие там сковородки и прочую хуень, которые... Которые, кстати, тоже полное говно. Которые вот нахер не нужно, никогда не беру. Потому что они всегда как-то тоже не чувствуются. Ты бьешь... То ли ты попал, то ли не попал. На мечи нормально отрубает. Весело там. Первые пару часов, потом доедает. И карты просто все говно. То есть ни одной хорошей карты нет. Все, блять, Left 4 Dead 2, 0 из 10 Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2 просто какой-то высер. Это самый худший сиквел, который я знаю. Самый худший игровой сиквел. Да, ну, да серьезно, иметь на руках Left 4 Dead 1 и потом просто взять, все просрать, убрать ноги. Приблизить камеру, сделать ей оружие на полэкрана, вот это ненужное, эти сковородки. А что тут есть? Если жмешь на РБ, то, короче, быстрый вот, разворот. Да, потому что на джойстике играть неудобно, они сделали Я помню, да, я с другом играл на для джойстиков. Я играл в эту игру на Xbox. Перезаряжаться в игре, Кстати, на Xbox она отвратительно сделана. Там прорисовка, дальность прорисовки какая-то совершенно убогая. Потому что сурс на боксе очень плохо работает. Второй пистолет есть. Единственная игра, которая хорошо на боксе работала, это Contra. Была бесплатная демка, я поиграл в единство. Ну, Contra там маленькая карта, наверное, сложно ее сделать, чтобы она плохо работала. Там карта большая довольно. Ну, как Left 4 Dead один вот эпизод. Там хорошие карты. Ладно, продолжим говорить, почему, кстати, утянули. Сейчас. Так, почему Left 4 Dead 2 говно? Уже не знаю, какой пункт. Ночные карты нету. Ночные карты нету, те, что есть. То есть они добавили карты из первой части, да? Испортили их полностью. Как они умудрились добавить их и испортить, я вообще не понимаю. То есть... А в первой части тут есть как бы режиссер, которым все гордились, который меняет пути, меняет, когда зомби будут как прыгать на кого и прочее. Все меняет. Что сделали во второй части, когда портировали эти карты? Карта не меняется, зомби всегда, ну, почти всегда спавнится в одно и то же время. Даже, по-моему, зараженный. Вот, там вот это было неудачно. Я заметил во второй части. Вот особенно во второй части там... карты не меняются. Они просто не меняются. Карты почти всегда остаются теми же. То есть, и особенно они точно остаются теми же, когда играешь на портированных картах с первой части. Бил, хватит. Попустили старикашку, блядь. Так, еще что? А, и персонажи говно. Да те черные! Зачем? Сплошные черные! Подумали об одном и том же, ну ладно. Бля, я просто расист немного, простите. Ник был более-менее еще, ну Рошель. Ну вот это единственное, мне тоже не очень нравится. Остальное все норм, но персонаж, блядь. Как бы это мое лицо, когда я увидел вторую часть. It's no use!
It's no use. У меня еще есть спрей в этой игре? Походу, у меня нет спрей в этой игре больше. А, на Т. Спрей. Блять, спрей, он говно. Нет, я специально перед игрой сделал себе спрей. Какую кнопку спрей, блять? На Т. У меня до этого, когда я играл раньше, вот в самом начале года 4 назад, у меня были спреи с голыми бабами, чтобы люди отвлекались, и я их хантером жевал. Как Тим Фортресс за шпион. Не работает. Да. Может быть... Нет, у тебя есть спрей, просто ты его не поставил. Не, у меня есть спрей. То есть я поставил, у меня он давно, у меня в Steam Cloud он завис. Сейчас я отключу клавиатуру. Ну вот, и вот не знаю, просто мне кажется, что вторая часть так все испортила, что просто... Зачем? А они еще во второй части Билла убили. Вот зачем так делать? Взяли и убили Билла. Мало того, что игра говно, так еще и Билла там убили. Драматизм, я думаю, правильно. Драматизм. Скорее злость. Да, да они главное вот тупо ведь это сделали. Там бумер бегает. Эй, Билла догнал. Раньше чем я. Спрей, это Т, блядь. Мы тебе все и говорили, что Т. Я думал, А, окей. Это был смогер. Не ушел. И что меня раздражает особенно? Не, ну, говёный спрей не загружает. Да. Что меня особенно раздражает во второй части, это... Так, стой. Потому что там всегда зомби идут как будто бесконечно. То есть все сделано медленно. Тут можно прорашить, можно пропрыгать, короткие пути сделать. Во второй части ты всегда идешь медленно. Ты идешь самыми длинными путями какими-то. Полчаса все отходишь, что-то это. Постоянно кто-то спавнится. То есть игра превратилась из игры на умение в игру не на знаю. Выжидание. Вот это как будто ты играешь какой-то фильм, а вот первый прям настоящий зомби-апокалипсис. Да, танк. Если кто-то еще не понял. Ну, как-то она нереалистична, как-то более комична. Твою мать! Так. Все, он горит. Мы играем на какой сложности? На два? На мастере. Ну ладно, в принципе, мы его все равно можем завалить, пока он отвлечен. Он загорелся, ему пиздец. Да, но мы его можем успеть спасти Билла. Окей, мы не спасем Билла. Мы драматично убили Билла. Нет, это сделал танк. Блин! Just survival. Я застрял. О, черт! О, черт! О, Jesus! О, Jesus! О, Jesus! Окей, я выжил. Я вышел. А, черт, я сейчас умру. Нет, Кидман! Ладно, я умру за ваши грехи тогда. Кидман, иди добей его. Окей, все, отлично. Это было близко. Я уверен, что убил, осталось аптечка. А я просто бегал, орал, меня даже не ударил. Не было такого дерьма в FD2, не было. Да, FD2. Это хоррор, второй не хоррор, вот так будет правильно. Вот, я возьму. Да. А про фильма я что-то вообще не понял. Ну, это слишком комичный, нереалистичный. Во второй части это, ну, блядь. Не знаю, FD2 не то что комичный, он просто какой-то несуразный. Блядь, странность. То есть, мне кажется, это не столько даже проблема, что он несерьезный, сколько он просто несуразный. Просто подумали, что убивать зомби весело скорее, чем страшный, поэтому они больше ушли, ну, вот, веселую такую, более. Не знаю, мне просто, мне очень обидно, что у них была первая часть, говорю, и они просто всю идею профукали в унитаз, считай. Я завожу мотор! Особенно они все идеи были профуканы. Карта с аттракционами. Профуканы абсолютно. Думаешь, сейчас кататься будешь там хотя бы один раз. И чё ты бежишь по рельсам вместо того, чтобы кататься? Да, какой смысл? Я помню, я когда только купил, думаю, о, вот это сейчас карта 10 из 10. И самое веселое воспоминание у меня о карте, то, что я там ачивменты выбивал, когда там, видите, всякие надо бить молотком и прочее. Ну да, мне вот эту карту нравился, карнавал какой-то. Да, я помню, мы гличили и это просто слезали. А, ну и... Блядь, я свалился! Как ты это сделал? Смотри, знаю, зомби за тобой прыгает. Я отстрелился как бог и, в общем, не смог. Не пиздец! Ничего, мы тебя прикроем. Все-таки даем вниз. Не, наверное, мне кажется, пока... Оу! О, черт. Еще понравилась карта в FD2, где, короче, это... В общем, ну, там последний уровень какой-то карты, где, короче, песенки. Ну, типа, ты на концерте, там... А, да, ну это да, был... Но это карнавал же то же самое. Это реально. Нет, там всё-таки в FD2, это тот же карнавал, блядь. Ну тогда там единственная нормальная компания, это карнавал. А всякая сельская местность, блядь. Нет! Карта с наводнениями вообще не было. А, чёрт, Билл, ты дебил!
Прикончите его, он там бегает. Где, сука, блядь, сейчас нахуй ебану, где он? Я помню, когда мы играли это на эксперте, некоторые просто спрыгивали, висели, чтобы остальные танк убили, а их потом просто подняли, они здоровье не потеряли. Зачем ты убил Билла? Ну ладно, давайте его убьем. Ай, меня бывает. Friendly fire! Is this going to hell? Real fun. Кстати, вот кто помнит, может быть, когда игра вышла, тут раньше можно было коротко спуститься быстро. Если вы прыгнете на это дерево, вы могли сломать ноги, но остаться в живых, то есть... И потом другой человек мог вас спасти, если он прыгал и нажимал поднимать вас, и тогда он не получал урона. Тут еще, по-моему, не знаю, здесь можно за карту было выйти. И ну, да, тут за карту можно было выйти. А нет, это не в компании, это да, это было выживание, да. Выживание за карту, и так можно было дохуя часов. У меня, кстати, золотая медаль там. Да, это, по-моему, многие сделали. Я еще помню... читер, просто весело. Опс. Это я тебя? Помню, в этом, в No Mercy было в самом начале. То, что там можно было спрыгнуть, сломать ноги и... сократить. Да, во всех, но в No Mercy там было очень очевидно в самом начале карты. Это в версусах все эти делали всегда. И чё я хотел сказать? И то, что вот... Почему нельзя... То есть, если я потратил время, если я знаю всякие уловки, почему они убирают все это дерьмо, как будто... То есть, это мое награждение за то, что я такой задрот и знаю, как где пройти. Зачем это убирать? Типа, о, другие игроки не знают, как это делать. Давайте уберем, чтобы они не имели возможности. Чёрт, я сейчас чуть не упал. Мне... Ну... Там, там был... Как, блядь! Окей, он стал. Там Вичка. Так, кто-то попробует ее убить? Карнавать не так. Я вообще как бог. Не, у тебя какой шотган? Обычный? Да. Ну, я хотел сказать, что я крутой настолько, что могу Вички с любых шотганов. Нет, я, по идее... Я, кстати, не... Я играл во вторую часть, и я там... Ох, ты тупой бил! Я сбил. Дебил ты бил, вот поэтому он и умер во второй части. Спасите, блядь, Тунар. Блядь. Спаси, лысый. Это, it's no use, там слева еще есть хантер или кто. Нет, таблетки срочно, я не наркоман, просто надо. Вот тут таблетки. Вот это он закрутился. Ну я возьму их, переаптечку. Шаткан! Смотрите, я могу медленно ходить. Смотрите, как это выглядит. It's no use! Понимаешь? It's no use! Как выглядит, как я медленно хожу? Ну как будто ты в туалет очень сильно хочешь и пытаешься задержать говняшку своими булками. Ты такой. Ну-ка, а если так? Вот так вот ты, наверное, примерно ходишь. Ты жестик, что ли, хочешь? Да. Я знажусь. Тут куда-то обычно куда-то танки куда-то есть в этом месте. Я застрелил прям в лицо. Как Элай из книги Элая. И, кстати, пересмотрел «Властелин колец» первого. Вообще он... После «Хоббита» он в 100 раз круче. Прямо там эти сцены, где тролли в камни превратились. Я раньше сначала не замечал, а они там есть, типа... Очень да, много. Это, наверное, режиссерская версия выпустили, ну, когда уже... Отлично, а потом... Нет, я просто хотел пошутить, что они, наверное, добавили эти сцены, когда выпустили Хоббита, типа, дополнительно. Чтобы связать с ними. А вот там, я, кажется, танка нашел. О, окей, он тут! Кто кого еще нашел? Я один хп, я объял, чтобы убить. О, окей, я не туда пальнул немного. А чё он тебя не стал трогать? Что-то мне сделать! Нет, он по мне кидал. Тут есть где-то молотов? Я попал, по тебе он кидал. Он кинул по тебе, попал по мне? Это из кадра. А, мы будем помнить тебе, Юра. Rest in peace. Нее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 ee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 
Катюнь. Окей, тут зомби еще есть. Давайте Биллом пожертвуем, пока будут бить Билла. Убили, разорвали. Прощай, вот. Билл. Просто поддались.
А, нет, он так не хочет умирать. Где ты взял твою пушку? О, окей. А он сдох. Наш веселый огонек. Теперь давай через него прыгать. Ох. ЛФД 2 же делали другие парни, не? Да, короче, те, кто делали первую часть, они, по идее, ушли. И остатки группы, которая делала первую часть, сделала вторую. Ну, то есть, по большому счету, Valve делала вторую часть. Я это слышал, да, что-то по-другому там. Тут Молотов лежал все это время. Меня спасите, блядь. Нет, мы тебя не можем спасти. У меня 6 опа. Че тут здорово, что тут нету этих дефибрилляторов. Да, летать можно, толстяк там. Я знаю, я же вас слышу. Да. Это было близко. Так, я тебя тут жду. Everyone in here. Хотите про тип расскажу? Вот если вокруг куча зомби, что нужно делать? Убивать. Кидай по себя молотов и убегать. Не думаю, что это... Про тип. На самом деле, я даже не знаю, сколько... Ты чё, тварь, что ли? Я только себя похилял, ты по мне палишь. Слушай, нельзя так делать. Всё, пошёл. А, блядь! Ну ладно, у тебя птичка внутри останется, не волнуйся. Не надо стрелять, чувак! Мы тебе помочь хотим, уже всё. Не стреляй, всё. Не стреляй, сейчас нормально убьём тебя. Все, аптечка внутри, возьмешь ее, когда появишься. У тебя будет 50 хп и аптечка. Я помню, все это делали в Версусах. Короче, когда все друг против друга играли, и типа, ты доходишь до конца, и типа, у меня мало хп, убейте меня. И пока другие убивали его, чтобы в другом раунде у него было 50, то их обычно успевали порой сожрать, то есть... То есть они убивают, как бы, а при этом получается, что они лишаются члена команды, и их в это время жрут 4 хантера, например. Чё, там разные были стили, типа, как насидеть 4 хантера, чтобы сделать атаку и прочее. Не помню, как все прыгали по стенкам, это было весело. Да. Ой, бля. Были джамп-карты для этого.